Привет, сегодня первый день у меня дистанционки. Время 9:30. Первый урок у меня была история. Мы просто там устный опрос и так далее, она опоздала. Теперь второй урок, вот у нас физика. У нас не получается подключиться у всего класса. И даже у параллельного класса не работает вообще ЖД. Это капец. Yeah. I don't usually do this, but Oh my God. Can I sing to you? Yeah. Yours, mine, ours. I could do this for hours. Sit and talk to you for hours. I wanna give you your flowers and some champagne showers. All the shrimp and lobster towers. But it's me that gets devoured. Ooh, when you do what you do, I'm empowered. You give me a superpower. Together the world could be ours. You sit me up on the counter. Instantly it's thunder showers. Storming for a couple hours. When we finish, take a shower. I could do this for hours and hours and hours. I could do this for hours and hours and hours. I could do this for hours and hours and hours. I could do this for hours and hours. Сейчас у нас будет геометрия, самое такое нелюбимое геометрия. Вот мой учебничек. Я не знаю, что они делали на последнем уроке, потому что меня не было. Ой, они что-то там говорят. Так. Что-то у меня решено, что-то нет. На всякий случай у меня есть ГДЗ. По геометрии. Вот. И я нифига не знаю. I mean nobody. All these niggas full of shit. You're just the homie once they hit. Felt like giving up on love. These niggas almost made me quit. Then I met you. When I met you, I knew this was it. I've never been in love like this. A love like ours. I pray for it on my knees. Every night for some hours. У нас информатика. После информатики у нас литра. Господи. Информатика. Короче, вот так вот. Что он там несет, не знаю. I could do this for hours and hours and hours. I could do this for hours and hours and hours. What's yours is mine and ours, and yours mine and ours. I can sit and talk to you for hours, sit and look at you for hours, making love to you for hours, laying on your chest for hours, telling you jokes for hours, holding your clothes for hours, and I, oh, 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 wow, закончились. Последняя была музыка. Я там вообще не снимала, потому что
Что я делала? А, я потому что делала биологию, конспект писала по биологии. Вот, рисовала рыбу. Я не помню, говорила или нет, но... Сейчас у меня собрание в совете школы. Вот так вот. Заказ Валберса. Вон там недалеко заказывала кое-что. Я уже пришла домой, устала капец, собрала волосы в пучок, потому что ужасно жарко. И так, что я заказала? Это карта, физическая карта мира. У меня есть политическая, она висит на кухне. И захотела еще и физическую. Надо это теперь как-то открыть. Теперь достаем карту. Вот и она. О, она такая прикольная. Я повесила карту. Теперь сижу и делаю историю. Мне надо написать конспект, это все выучить. Написать конспект по двум главам. По биологии это капец. И читать литературу. Это тоже капец. Это все до завтра. Че нам так много задают? Закончила делать историю, это просто капец. Мой мозг просто взрывается от полученной информации. Ой, я просто устала немного. Не то, что немного, ну ладно. Я еще не сделала литературу, мне нужно прочитать, там, знать содержание, что-то там такое. Там, конечно, немного, там всего лишь 2 страницы. Вот, я думаю, что аудио послушаю, потому что читать мне сейчас вообще неохота. И ужасно хочу спать. Я утром проснулась в 8, наверное, завтра тоже встану в 8, не знаю. Вот, и карта отлично смотрится. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.